можешь сказать самое-самое главное, чем ты хочешь поделиться со своими студентами, не как с профессионалами? Да, а как человек? Ну, как человек, конечно. Я сейчас вам прочту небольшой монолог из спектакля «Все начинается с любви». Он заканчивается практически этим спектаклем. Как часто мы слышим фразу: «Смотри-ка, кино, ну, прям как в жизни». Но жизнь – это не кино. Здесь невозможно сделать еще один дубль. Невозможно. Здесь как под поезд. Раз и навсегда. Жить нужно, не оставляя черновиков. Писать надо начисто, набело. Прошлое, ну что в нем копаться? Было и было. Прошло. Будущее, ну мы же с вами знаем, как оно призрачно. Жизнь, она здесь и сейчас. Я терпеть не могу фразу, когда говорят: «Хорошо там, где нас нет». Нет. Там, где хорошо, там, где мы есть, прекрасно. Там, где мы есть, хорошо. Полюбите координаты эти, и вы увидите, как вам откроются новые горизонты. Будьте счастливы сегодня и любите друг друга каждую минуту, каждую секунду. Максим, спасибо тебе огромное, спасибо за наш сегодняшний разговор. Белые цветы! Спасибо. Мы знали, что ты их любишь.